Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс! У нас сегодня новая нереальная битва. Ну, против про, против читера, против донатора. И перед началом у меня будет огромная просьба каждому из вас. Давайте сделаем этот ролик самым популярным в мире. Поэтому прямо сейчас опускайтесь под видосик, нажимайте на красную кнопку подписаться, ставьте лайк и колокольчик за 3 секунды. Готовы? Раз, два, три... Приятного просмотра! Нуб! Что это за игра вообще такая? Бравл Старс называется. Все мои друзья играют, знакомые, одноклассники. Я только что ее скачал и мне дали какого-то бойца. Называется Шелли. Наверное, нужно выбрать. А что дальше? Мне нужно смотреть на нее. Она крутится. А, нужно нажать кнопочку «Играть». Про! Ну что, ребят, пришло время профессионала, вы только посмотрите на этот аккаунт, здесь есть все бойцы, практически все гаджеты, все пассивки, все бравлеры 10 силы, и сегодня буду показывать настоящие профессиональные каточки, вы только посмотрите на эту красоту, и кстати, вот она, Джеки, новый бравлер с офигенным нереально крутым гаджетом, и я, наверное, сыграю именно сегодня за нее. Читер! Итак, всем привет, и если вы не в курсе, то я самый крутой в мире читер, и буквально только что я скачал игру, называется Бравл Старс, посоветовал мне мой друг, он, кстати, тоже еще тот читер, говорит, проверь на ней свои самые крутые в мире читы. Донатер. Ух, как же я давно не заходил на свой донаторский аккаунт, я уже и соскучился за донатом, ребята, я хочу поиграть сегодня. Хотя нет, подожди, какую играть? Какие глупости, какие игры? Донат, ребята, донат, у меня же здесь есть 131 гем. Конечно, я бы мог закинуть и миллион гемов, но у меня сегодня лень. У меня гемасики и так есть, нужно будет потратить. Подарки хорошо, ненавижу, ненавижу подарки, люблю все за донат. У меня, кстати, ящики здесь есть. Нуб! Что мы должны здесь делать? Какие-то кристаллы, бегает чувачок, бросается бутылками. О, прибежал, смотри, какой в синей маске написано Dota 2 или Gota 2. Кто такие? Выдра! Выдра, а что мне нужно? Привет, привет, а что нужно делать в этой игре? Как дела, выдра? Ты в кустах стоишь? Смотрите, какие-то банки. Я понял, нужно ходить за этими бутылочками. Смотрите, там, где падает бутылочка, я стою, и у меня восстанавливаются жизни. Про! Итак, здесь я вижу уже боксы, я вижу уже здесь Роза пытается что-то фармить, значит мы будем фармить вместе и боксы, и Розу тоже. Розу практически вынесли, Леон гонится за Розой, и я гонюсь за Леон. Привет, Леончик. Вот это, ребят, профессиональный скилл. Да, конечно, выиграть такую Джеки будет максимально сложно. Читер! Я проверю. Итак, что здесь у меня есть? Новенький аккаунт, на котором есть только один боец, какой-то подарок мне от разработчиков, служба поддержки, знают походу, кто к ним зашел. Настоящий, самый крутой читер в мире. Итак, один боец, нет кубков, ничего интересного на аккаунте нет. Я думаю, что нужно немного взломать сейчас игру, и у меня добавятся новые какие-то персонажи, я буду сильнее. Ну-ка, проверим. Так, активируем мой чит и... Так-то уже получше. Вот это другой разговор. Посмотрите, вот это уже настоящий аккаунт. Здесь у меня 18 бойцов. Донатер. Я могу на этом аккаунте сделать одну интересную вещь. Открыть мега-ящик за 60 гемов. Какие игры, какие прохождения. 60 гемов и 6 предметов сразу. Как вам такое? Мне кажется, офигенно выйдет, ребята. Уже выбиваем. Уже есть плюс один какой-то бравлер. И это у нас гаджет. Это у нас гаджет? Воу, как же я давно не был в Бравл Старсе. Примерно где-то месяца три. Нуб! Нам нужно, получается, собирать кристаллики. Я подобрал кристаллик один. Смотрите, я подобрал кристаллик. Мне нужно, подожди, здесь вылечить жизни. А, здесь еще можно стрелять. Я думал, стрелять сейчас нельзя. Так, мы побеждаем. Побеждаем. А кто это так? Куда? Какая-то синяя точка. Что происходит? 6 на 5. Ну, мы практически выиграли. Мы ведем по счету. Так, а ты в меня стреляешь? Как в тебя стрелять? А, вот так вот стрелять. Меня опять убили. Ну хватит меня стрелять, так нечестно. Про! Там у нас есть Шелли. Я знаю, что она есть. Что мы делаем? Мы юзаем гаджет. Просто врываемся. Юзаем ульт. И привет, Шелли. Три удара. И Шелли пока. Пересидеть немножко, пересидеть. И встретить Дэрила вот так вот. Привет, Дэрил. Как дела? Забираем. Забираем баночку. 10 банок. Читер!
Как же я буду сидеть сейчас без гемов, без новых бравлеров? Нужно тоже все это прямо сейчас читерить. Для начала я хочу, чтобы у меня прямо сейчас на экране появился мега ящик. Смотрите, буквально по щелчку пальцев. Щелк! И все, ребята, читы активировал, и мегаящик начал открываться. Вот это круто! И сразу 6 предметов. Это интересно, что же мне здесь выпадет сейчас? 6 предметов, это означает, что что-то выпадает. И неплохо, новый бравлер сверхредкий Джеки. 5-й сверхредкий на этом аккаунте. Нормально, ребят, только создал аккаунт. Буквально пару минут, и уже 19 бойцов. Это настоящие читы. Донатер! Ух, какие скинчики, вы только посмотрите. Тачдаун Булл, Талисман Ред, Эль Прим. О, смотрите, большие ящики. И вот большой ящик. Я думаю, что нужно донатить дальше. Ребята, я же нереально крутой донатер. Так, покупаем себе один большой ящик. Ничего не выпало. Покупаем себе второй большой ящик. Ну-ка, 3 предмета. И снова ничего не выпало. Хотя нет, 12 гемов выпало мне просто так. Нуп! Алмазик заберу. Все, отстаньте от меня. Я с алмазиком, я ухожу. А что это за стрелочка такая, что надел? А если она не наступит, что произойдет? Я куда-то улетел. Хотя, стой, а где моя база? База была с... Нет, подожди, база... Я сейчас наступлю на эту стрелочку и... Пух! Класс! Я прямо к этому алмазику прилетел. Про! Я вам даю совет. Если я сейчас пойду бить Джина, меня убьет Шелли. Если я пойду бить Шелли, меня добьет, скорее всего, Джин. Вот такая вот фигня, ребят. Придется сидеть до последнего. До последнего. ХП у меня больше. У меня, скажем так, немножко выигрышная ситуация. Хотя дым меня уже немного поджимает. Так, мы ждем. Приходим и убиваем его. Так, включаем ульт. И привет, Шелли. Читер. Но это еще не все. Я думаю, что самые крутые читы будут у меня немного позже. Я хочу сыграть одну катку. Давайте, наверное, сходим в убежище. На вот этой вот Шелли 8 силой на 46 кубков. Я думаю, сейчас покажу ребятам, как нужно правильно играть. Правильно играть на самом читерском аккаунте в мире. Донатер. Ну слушайте, аккаунт какой-то слабенький. Смотрите, всего лишь у меня 13 бойцов. Нужно бы, наверное, себе все-таки прикупить аккаунт хороший, модный, крутой. Я же все-таки донатер. Ладно, сейчас быстренько мы это сделаем. Итак, потратил я примерно 700 тысяч рублей на этот аккаунт, но мне он реально нравится. Вы посмотрите, кубков мало. Дальше, 22 бойца здесь у нас есть. Правда, гемов слишком мало. Хотя мы можем зайти в магазин, посмотреть, что здесь есть. Нифига себе, золотишко за. Заберем. Я, наверное, куплю себе все вот эти штукенцы. Я не знаю, зачем я это делаю. Нуп! 13 алмазиков. Что это за штука какая-то? Ничего себе выстрел. Вы такое хоть раз видели? Какие-то алмазики. И мы победили? Я выиграл. У меня 13 алмазиков. А нет, я не звездный игрок. Дом Буротти какой-то. Хотя у меня было больше всего алмазиков. А что здесь нужно дальше делать? Какие-то кубки. Смотрите, мне дали какой-то ящик. А что в этом ящичке? Новый персонаж. Это называется «Путь к славе». Собирай трофей. Забираю ящик. А что в этом ящике? Один предмет. А, плюс 22 молнии на Шелли. Какие-то молнии на Шелли мне дали. Смотрите, нужно набить 10 кубков, и я получу нового бойца. Называется Нита. Вот это круто. Про! Профессионализм и только, ребята. Максимально крутой скилл. Плюс 10 кубков на Джеки. Я бы, в принципе, мог кого-то еще показать вам сегодня бравлера. Но знаете, Джеки — это максимально крутой игрок. 583 кубка. Я думаю, что нужно сыграть еще пару каток и научить вас, как правильно играть за Джеки. Читер! Сразу много кубков. А теперь смотрите, у нас в игре есть билеты, есть золото и есть гемы. Я думаю, что нужно себе сделать, допустим, не 47 гемасиков, а я хочу 999. Вот так вот, смотрите, включаем читерскую программку и хоп, и у нас 999. Вот это я могу. Донатер. Давайте, допустим, я сегодня закину 360 гемов. 1500 для меня рублей, это, знаете, вот, серьезно, это как туалетная бумага. Это просто его... Хотя сейчас туалетной бумаги может и не хватать, поэтому это даже дешевле, чем туалетная бумага. 1500 рублей, копейки. Итак, что нужно сделать? Ну, допустим, я куплю себе Шелли Бандитка. Пускай будет у меня новый скин. Ух, жесть.
Божья коровка Би, да без проблем, покупаем себе тоже этот скинчик, пускай тоже будет на этом аккаунте. Тачдаун Булл, да без проблем, еще один скинчик за 80 гемов. Я думаю, нужно покупать все себе скины, и Зайка Пенни за 80 гемов я тоже себе забираю. Короче, скупил все скины на этом аккаунте, блин, вот это я крутой, согласитесь. Нуб! А это что такое? Какой-то восклицательный знак. Служба поддержки, вы получаете скин волшебник? Барли? Это кто такой? Я видел такого Барли, он только что сражался вместе со мной, убросался бутылками. А это кто такой? Волшебник Барли? Это мне разработчики подарили. Это мне разработчики, служба поддержки. Ребята, я не знаю, кому из вас такое дарили, но мне подарили разработчики только что. Нового бойца, вы посмотрите, какой он крутой. Про! Так, Шелли, справа внизу Эмс. У Эмс, интересно, есть? Раз, Шелли пришла, Шелли ушла. В принципе, пока. Здесь у нас сидит Брок, да-да-да-да-да, который только что пытается меня пробивать. Так, тихонечко, мы отходим. Но мне нужно Брока 100% фармить сейчас. Мне нужно фармить Брока. Раз, два, три. Потому что если я сейчас его не зафармлю, потом мне устроят большие проблемы. Читер! Кубков у меня тоже почему-то мало. 400, 700, 478. Почему-то я хочу сделать себе 40 тысяч. Давайте я, допустим, сделаю себе 40 тысяч 78. А ну-ка сейчас проверим мою программу, как она работает. И... оп! О, хорошо, все получилось. Кубки есть, все отлично. 40 тысяч кубков. Донатер. Итак, у меня есть 179 гемов, и мне, наверное, нужно открыть еще один мегаящик. На этом аккаунте нужно это 100% делать. Итак, что выпадает? 5 предметов. Зато здесь выпадают очки силы на Ворона, на Эль Прима, на Фрэнка, на Джеки и на Була. Кстати, я знаю, что буквально недавно вышел новый бравлер Джеки. Я знаю, я следил за игрой. Я не играл, но следил. И здесь Джеки 6 силы. Ну, конечно, слабенько. Хотя Спайк здесь у нас еще 6 силы. Боже, какие здесь крутые бравлеры. Посмотрите, здесь... здесь даже есть Леон. Нуб! Смотрите, что я получил. Забрать боец Нита. Это новый боец. Я могу за него играть? Или что это? Так, мне дают Ниту, а где медведь? Смотрите, у Ниты есть медведь, а если я ее убираю, медведя нет. Наверное, нужно лучше прокачаться, и тогда появится 100% медведь. Ну ладно, так и сделаю. Про! Так, смотрите, оп, оп, оп. У меня нет атаки, у меня нет атаки, у меня нет атаки, но уже появилось. Пока. Изи, профессионально, топ-1, всем пока. Читер! Итак, ну в принципе у меня игра пройдена, 40 тысяч кубков, у меня куча гемов, куча золота, я думаю это круто, хотя можно, знаете, сделать напоследочек, сыграть одну офигенную катку, знаете какую катку, на которой я не буду сражаться, а просто выиграю, не убивая никого, смотрите, я начинаю игру и буквально, как только она начинается, я сразу открываю чит. Вот такая легкая победа. Я думаю, вы все поняли, что читы у меня рабочие, читы у меня крутые, и я настоящий читер в Бравл Старсе. Донатер. Привет. Ну, это топ-1. Это топ-1 для донатора вообще на изи. Итак, сегодня мы задонатили, выкупили все скины в магазине, выкупили весь магазин, все, что можно было, апнул к статуле, кстати, Леончику 100 жетонов, которые мне нафиг не нужны. Я думаю, что, наверное, скоро я закину сюда 1100 долларов на этот аккаунт, и тогда задонатим просто жестко. Ну а сейчас, ребят, всем пока.